Привет, друзья! Меня зовут Андрей, и вы на канале Готовка. И сегодня мы приготовим интересный рецепт индийской кухни. Это курица тандури. Тандури в Индии – это глиняная печь. А у нас будет тандыр. Также используется большое количество специй. В Индии называется смесь специй масала. Я постараюсь повторить весь набор этих специй. Но это будет примерно, так что не судите строго. Для этого нам понадобится сегодня вот такая тушка курицы. У меня 2,5 килограмма, даже чуть побольше. И множество специй, которые я в процессе расскажу, какие буду использовать. А также йогурт, лимон, имбирь, чеснок. Начнем. Для начала я подготовлю курицу. Разделаем. Так. Чтобы хорошо курица у нас приготовилась, попеклась и не погорела в тандыре, я ее разделю пополам, чтобы равномерно все прожарилось. Так. Уберем фаланги. Они у нас погорят. А теперь мы снимем полностью всю кожу. Вот так получилось. Раздели нашу курицу. Теперь сделаем насечки, чтобы хорошо промариновалось. Вот так. Можно еще чуть-чуть филе побольше. Вот так получается. Оставляем. То же самое проделаем и с этой половинкой. С курицей мы закончили. Теперь мы приготовим приправу, масала и специи наши. Так, для начала возьмем соль. Все граммовки будут в описании. Куркума. Черный молотый перец, молотая зира, молотый кориандр, кардамон немножко, кайенский чили перец, мускатный орех. И гвоздика чуть-чуть. Я ее перемолол. Сладкая паприка. Ее побольше. Будет такой красный цвет курицы. В Индии любят, чтобы курица такая красная получилась. Краситель как будто добавляет. Так, сюда же выдаем половинку лимонов. Покатаем, чтобы сок больше отдал наш лимон. И выдавливаем. Вы делают частями. Сначала специи перетирают курицу, а потом такую делают томатную пасту, маринад. Ну, я сделаю сегодня все вместе, сразу. Упрощу. На холоде заниматься это холодно. Руки мерзнут. Сегодня мы примерно приготовим. Так, сюда же мы добавляем 3 зубчика чеснока, натрем на терке. Руки мерзнут неудобно, лучше выдавим через пресс. Сразу 3 зубчика. Так, имбирь мелко порежем.
сюда же. Перемешаем. Добавляем йогурт. Стаканчик у нас много не надо. И получается у нас такой кисломолочный маринад со специями масала. Маринад готов. Замаринуем курицу. С обоих сторон мы сейчас обмажем ее. Даже очень интересно, что у нас получится за вкус такой, с таким разнообразием специй. Все, курицу мы обмазали и оставляем мариноваться. Даже интересно, правда ли в Индии кайфуют от такой курицы. Сегодня мы это узнаем. Переложу в контейнер. Там у меня будет мариноваться минимум 3 часа. А чем дольше, тем лучше. Уберем в дом, в холодильник. На улице очень холодно. Курица у нас не промаринуется, а замерзнет. Напишите в комментариях, вы уже готовили курицу в тандуре? Как она у вас получалась? Понравилась вам или нет? Мне очень интересно сегодня попробовать эту курицу в тандуре. В тандыре. А если не подписался, подпишись. Обязательно ставь лайки. Пиши комментарии. Подготовим тандыр к работе. Пока у нас курица маринуется. Разогрем тандыр. Зимой он дольше прогревается. Примерно около часа. На дно я кладу мелкие щепочки, чтобы легче разгорелся. А потом уже большие дровишки. Вот так вот. Если что, потом еще подложим. Тандыр я заранее почистил, убрал залу. И ждем, пока разгорится. А кто не видел, как я монтирую термометр, посмотрите, по ссылке вот здесь будет. Очень удобно. Горит наша ракета. Прогревается потихонечку. Тандыр у нас прогрелся, готов к работе. Закрываем крышки, пускай прогреется немножко. Температура у нас 320 градусов. Отлично. Курицу я уже разместил на этажерке. Согласно купленным билетам, они заняли свои почетные места нижний и средний ярус. Ну что, пора загружать. Все у нас поместилось. Закрываем крышки и оставляем минут на 25. Потом посмотрим. Закрываем заслонку. И ждем. Прошло у нас 30 минут, я посмотрел, готово. Немножко подгорел, это йогурт. Ничего страшного в этом нету. Сегодня мы готовим курицу тандури по индийскому рецепту. Вот так вот. Да, внешний вид не очень. Ну, надеюсь, будет вкусно. Накроем лавашиком, дадим немножко отдохнуть. Самый долгожданный момент – дегустация. Готово первый раз, интересно попробовать. Мясо белое, все прожарилось, все готово.
пробуем. Вкусно, сочно, ароматно. До этого пробовал маринад, казалось, что он островат. Сейчас ем, вообще не чувствую никакой остринки. Просто вот разнообразие вкусов специй дают свою пикантность. Очень вкусно. Курица тандури. Я очень доволен. Несмотря на ее внешний вид, который, кажется, она подгорела. На самом деле нет. Это йогурт. Однозначно рецепт в копилку. Я этот же маринад попробую сделать какой-нибудь шашлык вкусный. Но, наверное, заменю, скорее всего, йогурт на какой-нибудь кефир или сметану. У нас, скорее всего, кефир. Вот так, однозначно, рецепт в копилку. Рекомендую вам обязательно попробовать такой рецепт индийской кухни, курицы тандури. Я уверен, вам он понравится. Если понравилось наше видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на наш канал. Всем пока, до новых встреч!